Итак, вчерашний день мы провели, сами знаете как. Съездили в СУЗ, потусовались всех сменами, так сказать, устроили проводы одной лодки. А сегодня начинается уже следующий день, и первым делом, сегодня пятница, важно отметить, поэтому первым делом мы идем на рынок. Сегодня базарный день, не так обозначать. И сегодня достаточно широкий ассортимент обещают представить на рынке. Посмотрим, что там такое. Мы там были в субботу, и, ну, не сказать, что ассортимент радовал, хотя непонятно, что нам нужно, сами не знаем, приходим, что-то смотрим. Хотелось вдруг бы купить, да, купить новых простыней, потому что здесь это чрезвычайно дешево, и иметь запас белья, оно же не бывает лишним, да? Поэтому будем пробовать. Ну и сейчас еще первым делом перед рынком зайдем в оптику. Я заказал себе еще одни очки, потому что это здесь экстра дешево и просто делают моментально. Качество при этом, ну, подобающее. Вот, например, вот эти очки. Причем это Ray-Ban, причем это реально оригинальная оправа. Стекла со стигматизмом. Причем я люблю именно стекло, а не пластик. Потому что, ну, чтобы протереть какой-нибудь тряпочкой там или еще что-то, и не бояться, что полимеры зацарапаются, да. Это очень удобно. Ну, в моем конкретном случае, да, они там немножко тяжелее, бла-бла-бла. Но стекло есть стекло. Я люблю стекло. А вот 175 дирхам, то есть это динар, тунисских динар, ТНД. Это делим на 3, получаем, что получаем, хоть в евро, цену в евро получаем. Вот, а уже дальше евро умножаем на курс, который на данный момент присутствует в России, да, к рублю, ну или кому в какую другую валюту надо переместить. Говорим именно, ориентируемся на евро. Почему? Потому что евро наиболее, наверное, стабильная валюта в Средиземке, и цены в евро меняются очень редко. Поэтому вы можете смотреть это видео в следующем году или еще кто-то через год будет смотреть. Поэтому, чтобы сориентироваться, какие цены, что ожидать, самое правильное, самое надежное — говорить в евро, а дальше каждый уже сам будет составлять себе бюджет. Фух, вот такая вот Марина. Обзор по-прежнему у нас в работе. Ну, скоро снимем, покажем. Сегодня, видите, погода такая, 100% облачность. Не будет Марина играть красками, поэтому сегодня обзор снимать не будем. Зато самое время походить, побродить и не перепотеть лишнего. Вот мы подходим к оптике. Это Optima Vision. Это, на наш взгляд, оказалась нам наиболее симпатичная оптика. Мы прошли достаточно много этих магазинов. И, соответственно, по сочетанию цена-качество-сервис нам понравилось больше всего вот именно вот это. И еще более того, интересно, что мы по приколу, зайдя сюда, спросили «Do you speak Russian?», а мужик говорит «Да». И спокойненько с нами общается на русском языке. Он готовится к поездке в Москву на Мундиаль. Вот такой вот тунисец, который поедет в Россию на футбол. В общем, сейчас у нас начался эффект «Мартышка и очки». Аня уже вот перемерила тут пару очков. И вот там. В общем, практически не осталось ни одной пары. Уже открыли сейф, достали запасы и меряем. Может, что-нибудь намеряем. Вот мы и на рынке. То есть сейчас проходим такие развалы, где одежда чуть ли не на вес продается. И будем искать сейчас белье постельное где. Попадаются вещи новые, попадаются малая бу. Все, так сказать, замешано, не пойми чего. Вот литературка есть. Ведь антиквариат, словарик, греческо-французский, судя по всему, а может просто греческий словарик. Видите, как Париж. При желании можно даже подыскать себе, видите, гидрокостюм. Интересненько. Вот шортики, гидрошортики. Всякие штучки ручной работы пошли.
Может быть, просто китайские. Черт ногу сломит. Расчесочка. Изолента. Кстати, неплохая по качеству изолента. Мягкая. Вот, можно купить рамочку на яхту. Вот такую вот. Тематическую. Ну, она и стоить будет недорого. Шкатулка для документов. Крюлист сюда складывать. Ну и кремом Невея смазывать. Вот уже идет отсек какой-то бытовой техники, электроники. Тоже какой-то развал. Можно ролики купить вместе с утюгом и ноутбуком. Очень удобно, кстати, в одном месте. И колоночки. Да, и сандалики для детей. Угу. Вот видите. О, маффин можно, смотрите, практически ламповый купить. А, может, кстати, не практически, а ламповый. Фига себе. О, вот он, у меня такой приемник был у дедушки. Ничего себе, вот это я понимаю. Вот рыболовные снасти пошли. Ну, что-то здесь ничего нам не нужно, судя по всему. Угу. Машинку хотела швейную. Куда? В кокпит. И, наконец-то, фруктово-овощная часть рынка, тоже с огромным ассортиментом. Может. А вот орешки, кстати, надо спросить, чё почём. Угу. Финики сколько хочешь? 3500. Не хочу. Чуть больше евро за кило. Такие симпатичные помидорки. Такой вот бесконечный рынок. Очень много здесь таких, скажем, монобрендовых лавок, которые занимаются вот морковкой. Все, он, значит, торгует морковкой. Один там вот. Вот эти штуки продает, другой вот кабачки продает, третий вот там редиску, ну и еще немножко зелени. То есть очень много лавок, которые именно такие монопродуктовые. Финики, значит, все финики. Ну, полкило бери, да и все. А ты узнала цену? Сколько? 100. Милин? А, милин. 400 милин. 0,4 динара. Сколько? Excuse me. Камера? Камера. For history. А почему? А why do dinar if one kilo? Why do dinar 600 milim? 400 milim. And dinar.
1 динар. 1 кило. 1 кило до динар санкционов. А, 1 кило до динар? Так, а half кило 1 динар? No? It's not кило. We need only half кило. How much here? До динар. Не может быть. Да, 810. 810. Ну. 2 динара. 2 динара. Фигня какая-то. Дорого. Альмон. Expensive. Expensive. Very expensive. А так вот выглядят задворки рыночные, видите, то есть тут уже совсем все, что не нужно. То есть тряпья, то есть все уже бесплатно. И везде машинки припаркованы, которые все это дело привозят сюда. Ну так. Видимо, каждый день сворачиваются и увозят. Не знаю. А вот микрогруша. Что-то прям реально грушей пахнет. Ничего себе, никогда такую не видел. Виноград. Не, виноград жухленький какой-то. Слива. Как-то все жухлое, ребят, честно. От рынка я ожидал что-то другого, что ли. Но мы сейчас ходим в центре. Вот, кстати, вот нектаринки неплохие, может быть. А я семки нашла. О, сейчас семки купим. В общем, ребят, что, не рынок, а одно какое-то сплошное расстройство, если да, честно. Вот в центре на рынке овощи, фрукты гораздо симпатичней. Да, подороже, но извините. Нет, а, и хотя бы, примерно такая, ну, примерно там на 10% подороже. Ну, извините, это гораздо приятнее. Сейчас попробуем зацепить еще рынок. Сейчас поедем в оптику, заберем очки. Как у тебя очки называются? Босс. Hugo Boss. Такие очень, ну, заснимем, зацените, напишите свои комментарии. Сегодня как раз мало солнца, Анечка, проверим. Анечка просто хочет, да, другой дизайн, но заказали с поляризацией. Это для яхтинга очень важно, когда на волне все бликует, лодка бликует, чтобы не бликовала. Я очень часто использую очки с поляризацией именно. Да, в навигатор смотреть не самый кайф, но иногда важнее смотреть по сторонам. Вот. И хамелеоны. И хочу добавить то, что очень долго мы прожили в Петербурге, я никогда не думала о том, что мне нужны будут столько очков, но теперь у меня будут их две пары. Ой, а у меня-то вот, очков уже миллион. Для меня это... Так, к чему же я говорю? Потому что здесь у нас много солнца, и наконец-то ты понимаешь, что да, очки тебе нужны. Посмотрите, все солнце. Не, ну даже сейчас стоять сложно без очков, да, да. Ты весь щуришься, а для женщины это важно, потому что начинают появляться морщины под глазами. Если щуриться все время. Так что так, поедем в очечную. В очечную. Мастерскую. Да, потом еще к портному. Но это уже другая история. Что же, давайте узнаем, успели сделать или нет. Мы вообще-то на полчаса раньше прёмся, ну, да. Естественно. Захаживайте, мадам. Мадам? Мы же на полчаса раньше. Мадам? У нас получилось раньше. Еще не готово, да, наверное? Ага. Ну тогда потом зайдем. Потом зайдем. Да. Окей. А, до двух, да? Да. Сегодня до двух. До двух работаете. Да. До двух. Да. Окей. Да. Окей. Есть. Итак, еще одна попытка. Вроде уже в назначенный срок пришли. Ну, все, торопимся мы сегодня. То мы раз в три дня сюда ходили, а тут теперь что-то торопимся. Анечке просто не втерпешь уже свои новые эти очечи померить. Как они у тебя там опять, я забыл-то все? Прада? А, Hugo Boss. Все, Hugo Boss, давай, заходи. Парле франце. Я очки взяла. Оп. Та-та-та-та-та-та-та-та. Вот. Ой. Мартышка и очки, серия 2. Ну как, пойдем мы там проверять. Учительница. А что ты спрашиваешь, у тебя оплачено уже. Так, ждем. А ничего не происходит. А, вот темнее, ну давай на солнце. О, но светленькие. Слушай, ну я не щурюсь. Нет, она не вот щурится. Я вот сейчас стою, мне не хочется щуриться. А бликов нет?
Ну вот, блики, вот посмотри. Проверяй. Ну, что-то блики-то есть. Но... Не, поляризацию что-то не сделали. Потемнели. Точно тебе хватит? Так надо поляризацию сделать. Нет, разве? Вот уже, да, набирает. Набирает. Проектную мощность. Ну вот, вообще отлично.